пульс Диджей Ритм, Вадим. Его Ваня порвёт. Ваня порвёт. Уважаемые гости, а вы не стесняйтесь, вы друг с другом делаете ставки, кто победит. Ваня Фест, Тигр по прозвищу Король. Ритм еще не определился. Или определился? Get ready for the next battle. Дамы и господа, встречайте! Рэйвен и Кинг! Первый раунд. Кинг использует приемы муай-тай. Запрещенные приемы кикбоксинга. У Рэйвена легкое сотрясение. У него белобрысые волосы помогают ему. Но не в этом раунде. В первом раунде одержал победу Ваня Фест по прозвищу Король. Раунд второй. Сломав. Сделал достижение голеностопа. Ваня Фест начинает. Пробивает лоу-кик. Но Ритм отвечает ему прямым ударом в голову. Это последнее внимание, правильно? Ой, какой запрещен удар по кокушкам. Тебе даже не аплодируют. Дамы и господа, со счетом 3-0 в первой игре одерживает победу клуб Бейс. Пацаны из Пульса должны сейчас разбухаться, потому что дальше сложнее, и у них реально будет возможность отыграться.